Телеканал КРТ представляє. На вашу думку, от ми бачимо, що в Польщі біда. Ну, вся Європа, по суті, горить. В Україні не те, що піку немає. У нас навіть по кількості тих, які померли, ну, на жаль, летальних є 23 випадки станом на зараз. До 23 випадки в нас ще менше, якби, втрат, ніж би це було минулого року, коли була такої самої зими, атипічна пневмонія. Ну, ви знаєте, сложно аналізувати, коли ці дані подаються сумнению. Якщо проаналізувати всіх вот эту статистику, так эта статистика в основном за счет обеспеченных людей. Почему попало много народных депутатов, попало много людей, там, серьезных бизнесменов, чиновников высокопоставленных? Потому что это те люди, которые имели возможность, попав в больницу, во-первых, вызвать частную клинику. Львиная доля – это те, которые обращались через Добробут. А может, то, что бедные люди не ездили в Куршавель? Ну, наверное, да. Вот. Следующая ситуация, что это люди могли позволить сделать себе дорогостоящий тест. И поэтому мы видим то, что мы видим. Ведь за границей уже давно стандарты, когда эта эпидемия зашла, что малейший насморк, малейшая температура, сразу делают этот тест, и они четко определяют, где грипп, где просто воспаление легких, а где коронавирус. Поэтому мы на самом деле не понимаем, что происходит. У нас же, помните, был всплеск пневмонии, атипичная, как звучало, в Тернополе в январе были соответствующие... И на Франкивщине тоже. Да, и на Франкивщине, да. Соответствующие были выпуски в новостях и говорили, вот, вдруг заполнены пульмонологические отделения клиник. Что это было? Мы уже никогда не определим. То был тогда пик, то было начало, то был коронавирус или нет. То есть мы определить в этом плане не можем, к сожалению. Пане Юрію, гаразд, якщо ми так дійсно станом на сьогодні, використано 4 тисячі тестів. Але з тих 4 тисяч тестів 900 хворих. Страшно. Можливо, якщо було б тестів 400 тисяч. Вот об этом и речь, да? То была бы другая картина и другая ситуация. Что должно было государство обеспечить, вводя карантинные мероприятия? То есть, что такое карантин мероприятия? Это же ничего нового не открыто. Это те мероприятия, которые проводились, когда была чума, оспа, холера, сотни лет назад. Первое, нужно установить всех больных, больных изолировать, да? После этого всех остальных проводить карантинные мероприятия, чтобы уменьшить контакты, уменьшить общение, уменьшить все. 20 тысяч минулого тижня запустили за кордон. Что сделали у нас? У нас объявили карантин, на ходу остановили экономику, на ходу кинули людей в непонятное состояние без каких-либо гарантий существования. И в этот момент нету возможности определить, кто болен. То есть больного человека потенциально с работы отправили в многоэтажный дом. Это что, карантинные мероприятия? Нет, конечно. Второй вопрос. Когда мы говорили, что люди едут с Германии, где очаг, с Италии, где очаг, с Испании, где очаг, только сейчас начали и объявили, что будет обсервация. Навіть температуру им не мерили на кордоне. Да, в чем проблема организовать обсервацию? Мы видели вот две разницы, два ролика в течение одного дня. Первый ролик, вьетнамский самолет, наши люди с Вьетнама, которые просто вышли с аэропорта, не обращали внимания ни на полицию, ни на кого. И разъехались, хоть половина из них чихала, кашляла, никто не разъехались по стране. И аналогичная ситуация показали в Израиле. При всем уважении к глубоко религиозным ортодоксальным хасидам, они там что-то не слушали, их согнали посредине улицы всех на карачки и поливали этим антивирусным средством столько, сколько считали нужным. Вот это государство проводит карантинные мероприятия, вне зависимости, понимаешь ты или не понимаешь. Дякую. До речі, всі гарантували можновладці про те, що буцімто лікування безкоштовне. Але ми знаємо, наприклад, от і дозвонюючи, і наші близькі, які лікуються, що все зараз не просто дороге, а ще набагато дорожче. Тим більше, коли виписують, коли вже пневмонії виписують антибіотики, то, як правило, виписують антибіотики, які коштують по кілька тисяч гривень. Смотрите, спасибо за этот, это сложно сказать вопрос, это больше крик души такого каждого украинца, которого оставили самого перед лицом проблемы. Я уже говорил по поводу этого на предыдущих эфирах, что, к сожалению, в случае попадания с коронавирусом в стационар, лечение стоит 5000 гривен в сутки.
Если подключают аппарат искусственной вентиляции легких, и ты находишься в реанимации, то такое лечение стоит 10 тысяч гривен в сутки. И мы говорили о том уже много раз, что когда вводился карантин в наших условиях, власть просто собезьяничала то, что делают в Европе. Но в Европе другие условия и обстоятельства. У нас от карантинных условий пострадать может потенциально намного больше людей, чем от самого коронавируса. Вот это ключевой момент. У нас 1 000 000 онкобольных. У нас, например, 50 тысяч женщин, больных онкологией молочной железы. Если она работает поваром, ну, в сфере услуг, если она работает официантом, если работает парикмахером, то она имеет возможность оплатить эту операцию, она может оплатить курс лучевой терапии. Что сейчас начнется? Человеку будут ставить диагноз, сердечно-сосудистая там какие-то проблемы, диабет, другие вопросы, которые нужно сегодня лечить. У человека банально не будет денег. Будут терпеть эту болезнь до какой-то ситуации, когда выйдут на работу. И мы прекрасно понимаем, что такое терпеть серьезную болезнь. У нас закончится ситуация, что у нас будет красивая статистика по коронавирусу, хотя бы потому, что нету нормально среза вот этих всех тестов. Но мы сейчас просто будем вымирать от всех других обстоятельств.